очень часто производитель прячет название пальмового масла за другими названиями, которые могут встречаться в составе определенных пищевых продуктов. Например, заменитель какао-масла, заменитель молочного жира, смесь растительных масел. И обычный потребитель, иногда не видя этого названия, выбирает тот или иной продукт. Для того, чтобы установить, есть ли в продукте содержание вот именно этого тропического, нового для нас компонента, была разработана методика идентификации пальмового масла в продуктах питания. Методика представляет собой комплексный алгоритм действий на основании определенных маркеров, которые указывают на присутствие того или иного компонента в продукте. Были проведены исследования, выявлены ряд определенных факторов, указывающих, чем больше используется пальмового масла, тем выше риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и связанные с ними последствия вот этих вот довольно серьезных таких предрасположенностей. Поэтому одновременно с исследованием влияния пальмового масла разрабатывалась методика его установления в продуктах питания. На сегодняшний день разработку можно использовать как контролирующим, так и надзорным органом для того, чтобы, если на маркировке не нанесен данный компонент, уточнить, действительно ли там отсутствует пальмовое масло или действительно оно там присутствует, и если присутствует, то в составе какого компонента. Производитель на добровольных началах должен полностью прописывать всю жировую составляющую, которая входит в данный продукт, то есть выносить на маркировку все компоненты и их состав. Не просто смесь растительных масел, а поименно писать, какие масла входят в данную смесь. Это на сегодняшний день добровольно, но, возможно, скоро это станет обязательным требованием.